Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И мы беседуем с пастором Раджи с Цейлона. Дошли до вопроса о его призвании. Почему он решил стать пастором? Что толкнуло человека, находящегося на чужбине, живущего с достаточно большими проблемами, посвятить свою жизнь Богу? И не просто посвятить, но стать служителем, посвятить жизнь именно служению. Когда я покаялся, после этого я увидел, что живой Бог есть. Я вижу, что много людей живой Бога не знает. Поэтому проблем много, мучений живет. А я хотел очень передать их, есть живой Бог. Любая проблема, ответ – это Иисуса Христа. Я хотел это передать один. Заждь вас начинал так вот. И это один, еще когда я, конечно, я любил Бога, я не знаю, кто Бог. Искал я моя жизнь, все время я искал. Это Бог я видел уже. И еще Бог мне сказал будущее, план, Он мне сказал, что будет. Бог мне много раз сказал, что будет в церкви большое исцеление, будущее время исцеления. Он мне откровение давал бесконечное исцеление. Будет много толпа народ. И Бог будет сильный спонсор время, придут это время. Вот такой Бог много откровений мне давал.